Всем привет, с вами канал 20 FPS. Сегодня поговорим о том, как заменить лампочку шестое чувство на свой логотип или любую другую свою картинку. Итак, в первую очередь для этого нам нужно установить какие-то моды. В моем случае это моды от Протанта. И нужно поставить галочку в графе «Заменить значок шестое чувство». Выбрать здесь любую картинку. У меня стояла вот такая, они следят за тобой. Устанавливаем и идем дальше. Теперь нам нужно подготовить картинку, которую мы поставим вместо своей лампочки. Опять же, в моем случае это будет логотип моего канала. Вот я и подготовил. Картинка должна быть размером примерно 200 на 200 пикселей. Вы можете выбрать любую другую, сделать сами или найти в интернете. Дальше идем в папку Drawing. Итак, подготовили нашу картинку и открываем папку Drawing. Заходим в Word of Tent, Resmod, Mod. Переходим в следующую папку, XVM, After Effects. И вот мы видим, здесь лежит файл PNG. Да, забыл сказать, что картинка ваша тоже должна быть в формате PNG. По умолчанию здесь лежит та картинка, которую вы выбрали при установке модов. Что мы дальше делаем? Копируем название этой картинки и переименовываем свою картинку. Делаем такое же название. Далее просто копируем свою картинку с заменой. Все, запускаем игру, проверяем. Спасибо, кто смотрел. Ставим лайк, не забываем подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Всего доброго, пока-пока.